Не можете ответить на этот вопрос, да? Без комментариев. Без комментариев, да? Скажите, пожалуйста, а вы не хотите вот хотя бы вот через СМИ принести извинения или выразить соболезнования матери девушки? Без комментариев. Без комментариев, да? Ну вы признали свою вину? Можете ответить на это? Без комментариев. Вы помните обстоятельства, как вы совершили это? Без комментариев. Без комментариев. Раньше вы не знали о Анастасии, да? Без комментариев. Вы вообще на вопросы не на пути будете? Не вообще не буду. А как к вам относится в СИЗО? Без комментариев. Как вы себя чувствуете? Без комментариев. Угу. Готовы ли к тому, что вам грозит пожизненное лишение свободы? Без комментариев.